Добрый день, коллеги, председатель. Спасибо большое за возможность участия в конференции. Хотел бы остановиться на такой теме, может быть, не самой частой, но очень актуальной в плане диагностики и выбора тактики лечения, как поражение печени нейроэндокринными метастазами. Ну, если посмотреть на таблицу, то кажется, что за последние там, 30 лет значительный рост есть этой патологии, и проблема очень актуальна, хотя если присмотреться к цифрам, то мы понимаем, что частота поражения составляет от 2 до 3 случаев на 100 тысяч населения, и, естественно, эти опухоли остаются очень редкими и в большей части уделами крупных центров, там, где они могут диагностироваться. Важной особенностью нейроэндокринных образований является возможность продукции гормонов и, соответственно, наличие гормонально активного синдрома, что позволяет нам делить эти опухоли на две большие группы – функционирующие и нефункционирующие. При этом есть существенные различия в возможностях диагностики и подходах к лечению этих образований. Очень медленно срабатывает. Ясно, что к моменту диагностики больше половины пациентов имеют метастазы в печень. Необходимостью лечения в первую очередь является купирование синдромов и удаление опухолей, и во вторую очередь значительное повышение выживаемости. Это имеет значение еще потому, что биология этих образований при локализации в желудочно-кишечном тракте является относительно благоприятной относительно других аденокарцином. И с возможностью 5-летней выживаемости даже без лечения достигающей 40%. Ну вот, если говорить о функционирующих образованиях, то там становится ясно, и наличие симптомов, например, гиперинсулинизма или карциноидного синдрома с приливами обычно позволяет довольно легко диагностировать образование, то в иной ситуации, когда симптоматики нет, пациенты обычно приходят с метастазами из первично невыявленных образований. Секундочку. Что-то очень плохо срабатывает. И основной вопрос такой, действительно ли первично невыявленное образование является первично невыявленным? Почему я так сформулировал вопрос? Ну, смотрите, пациентка обратилась к нам, это одна из первых наших пациенток, 42 года, женщина КОП-0 без симптоматики, была направлена из довольно крупного онкологического учреждения с диагнозом белобарной метастазы в печени. Множественное мелкое поражение. Стандартное обследование, гастроколоноскопия, маммография, УЗИ щитовидной железы не выявило патологии. Что в этой ситуации нам делать? Инсцент нам рекомендует выполнить биопсию, кор-биопсию, либо тонкоигольную, причем здесь нет принципиального различия. Пациентка, естественно, в первом учреждении была выполнена аспирационная биопсия, получен результат аденокарцинома, и пациентка, была выдана рекомендация о паллиативной химиотерапии, пациентка была отправлена по месту жительства, но обратилась к нам. Мы выполняем толстоигольную биопсию и при иммуногистохимическом исследовании получаем результат нейроэндокринной опухоли с КИ-67 1,5%. Вероятным источником является верхний отдел желудочно-кишечного тракта. Дополнительная эндосонография для попытки выявить опухоль в желудке 12-перстной кишке ни к чему не привели. В этой ситуации решение может быть, ну, если основываться на стенах, всем, это лечение нейроэндокринных метастазов. И, соответственно, два пути у нас существует. Это либо высоко, либо низкодифференцированные опухоли. Здесь критерием является это КИ-67, обязательное исследование, которое мы считаем при проведении иммуногистохимии. И получаем 1,5% высокодифференцированной нейроэндокринной опухоли без первичного источника с возможностью удаления как минимум 90%. Является показанием к операции.
Взяли пациентку на операции, на лапаротомию найдена, ну, в этой ситуации одна, были разные находки другие, опухоль в тонкой кишке, причем пациентке была и капсульная эндоскопия в том числе выполнена, которая не выявила ничего, опухоль без инвазии слизистой, Т3, поражение печени, подтвержденное ПМРТ, правосторонняя гемогепатоктомия с первым сегментом и множественные атипичные резекции из левой доли. Контрольное обследование через 10 месяцев без дополнительного лечения. Прогрессирования заболевания нет. Пациентка, в принципе, здорова, хорошо себя чувствует. А напомню, была направлена на паллиативную химиотерапию. Следующим вопросом, который следует осветить, это то, что мы должны использовать для обнаружения этих образований. Существует, ну, по сути, 4 основных метода. Да, компьютерная томография, МРТ, ПЭТ-КТ с глюкозой либо с гадарином в настоящее время – и актриоскан. Ну, вот сравнение. Это ПЭТ с глюкозой, КТ, ПЭТ с глюкозой и МРТ. Один и тот же пациент. В одном центре было сделано КТ и ПЭТ, и у нас мы сделали МРТ. Без ссылки на статистику, но вот здесь наглядно видно, что МРТ позволяет нам увидеть значительно больший объем поражения, особенно образование до 5 мм, что недоступно для КТ и, безусловно, для ПЭТ. Особенно с глюкозой, которая, в принципе, для пациентов с нейроэндокринным образованием не должна выполняться, поскольку не имеет значения. Относительно лечения. Основной тенденцией является хирургическое лечение, которое должно поддерживаться двух постулатов. Достижение R0 резекции и оставление адекватного объема функционирующей паренхимы. Иногда это бывает довольно сложным, как вот в такой ситуации, например, при центрально расположенном образовании с подозрением на инвазию в глиссоновые ворота и в печеночные вены, но удалось нам сделать центральную резекцию печени с краевой резекцией правой печеночной вены R0. Относительно критериев лечения в настоящее время существует обзор довольно крупный, выпущен профессором Ли в 2011 году был, результатом которого явилась такая таблица, довольно большая, по которой мы можем в соответствии с результатами диагностики направляться в тот или иной путь лечения. Но вот наиболее крупный – это резектабельные метастазы, которые могут быть удалены путем резекции либо в сочетании с дополнительными методиками воздействия, РЧА, микроволновой абляции, там, криодеструкция. В этом же обзоре был указан на большой объем публикаций, 22 работы. К сожалению, наибольшие 170 пациентов, остальные – не больше нескольких десятков, но они показали, что выполнение резекции, особенно лечебной резекции, позволяет добиться 5-летней выживаемости 82% в этой группе, с минимальным показателем 47%. Следующий слайд. Да, можно, да, потому что очень медленно. Обратно, пожалуйста, один слайд. Давайте. Центровое исследование профессора Мио, выпущенное в 2010 году, 340 пациентов почти с уровнем резектабельности 77%, это только резекция была выполнена, R0 резекция достигнута в половине случаев, и показатели 5-летней и 10-летней выживаемости довольно впечатляющие, 74-51%. И заключение в этой статье было сделано о том, что пациенты с гормонально активными нейроэндокриновыми образованиями, которые могут быть вылечены операцией достижением R0, R1 резекции, хирургия является одним из лучших методов выбора. Следующий слайд, пожалуйста. Вопрос о циторедуктивной хирургии в случае нейроэндокринных образований также встает довольно активно. При этом по циторедукции следует понимать удаление не менее 90% опухолевой массы. И результаты показывают, что в случае симптомных образований мы можем добиться редукции симптомов на год-полтора.
иногда до 2 лет с высоким риском возврата симптомов и прогрессирования заболевания в большем проценте случаев. Вот, крупное исследование, опубликовано в 2003 году профессором Сармиенто, 170 пациентов включало, больше половины пациентов, которым были выполнены паллиативные резекции. Тем не менее, у пациентов с гормонально активными опухолями получается, что выполнение циторедуктивной хирургии оправдано. Следующий слайд, пожалуйста. Еще раз. Здесь небольшое отступление относительно трансплантации печени, которая... Следующий слайд, пожалуйста. Которая в случае нейроэндокринных образований, как мы все знаем, активного примера жизни Стива Джобса, которому она тоже была выполнена, в такой же ситуации имеет место, хотя небольшие исследования, мультицентровое исследование, которое включило всего лишь 85 наблюдений, и тем не менее 5-летняя выживаемость 47% и безрецидивная выживаемость 20% достигнута. Это я подчеркиваю в случае нерезектабельных образований. Букорегионарная терапия является третьей опцией, одной из вариантов хирургического воздействия. При этом до настоящего момента не было ни одного проспективного рандомизированного исследования. Но вот обзор многоцентровой, выпущен в 2011 году, ретроспективный, показал, что хотя хирургическое лечение у пациентов с поражением паренхимы более 25% имеет определенную тенденцию в преимуществах выживаемости по сравнению с химиоэмболизацией, но статистически значимых различий получено не было. Кроме этого, по этому данным этого же исследования, в группе пациентов с асимптомными образованиями хирургия не имела преимуществ по сравнению с химиоэмболизацией. И в случае невозможности хирургии трансартериальная химиоэмболизация является довольно неплохой опцией для контролирования прогрессии заболевания. Но подчеркиваю ретроспективные данные. Следующий слайд, пожалуйста. Еще один вопрос, который очень важный, это лечение нейроэндокринной карциномы G3 с Ki-67 выше 20%. При той ситуации, что в группе образований, где выявлена первичная опухоль, все равно рекомендуется хирургия, то в случае остальных с первичным, подчеркну, не выявленным образованием, рекомендации звучат как химиотерапия. Будьте добры, дальше. Исследование этого года выпущено Галиберг с авторами. Результаты хирургического лечения. Можно следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста, пациентов с гастроэндопанкреатическими карциномами. Ну вот смотрите, что здесь важно. Пациенты взяты Ki-67 от 20 до 55%. Причем разделена группа пациенты до 55% Ki-67 и свыше 55%, практически поровну. Статистически значимая разница в выживаемости 3- и 5-летней. Тем не менее, даже пациенты с Ki-67-31%, который считается, что по прогнозу соответствует аденокарциноме, не нейроэндокринной, с крайне плохим прогнозом химиотерапии, даже в этой ситуации хирургическое лечение позволяет добиться 5-летней выживаемости 30%. Первичная локализация опухоли панкреатическая, не панкреатическая, поровну практически. В этой ситуации значение имеет адъювантная химиотерапия, которая позволяет добиться прироста выживаемости более чем в 3 раза. А вот неадъювантная химиотерапия статистически успехов не имеет, хотя разница, опять же, визуально здесь есть личная. Следующий слайд. Значит, 1 минута. Да, хорошо, я заканчиваю. Вот то, что касается для одиноглазости по пациента, уровень выживаемости в этой группе. Следующий слайд. И наши скромные результаты. За 3,5 года нашим коллективным выполнено 280 резекций печени, и только 8 пациентов с нейроэндокринными метастазами оказалось среди этой когорты. Следующий слайд. Я просто на двух моментах здесь хотел обратить внимание. Из 8 пациентов
четверо были к нам направлены из других центров, либо сами, у них не было, как с первично невыявленными белобарными метастатическим поражением печени. Первичные опухоли в итоге у нас гистологически не было выявлено только в одном случае. Уровень Ки-67, который стал в большей степени соответствовал Neo G1, G2. Половина панкреатических нейроэндокринных, причем, как вы видите, что при локализации в поджелудочной железе образования почти всегда мы эта опухоль выявляется на дооперационном этапе. Следующий слайд. Операции, которые были сделаны, значит, две резекции желудка в сочетании с резекциями печени, энуклеация из поджелудочной железы, дистальная панкреатэктомия, остальные операции в сочетании с резекцией тонкой кишки. На первом этапе 8 пациентов, 10 операций, всегда удаление первичной опухоли на первом этапе в двух случаях. В одном случае мы пошли у пациентки на двухэтапную резекцию печени в связи с дефицитом объема, и в одном ситуации оперировали на фоне прогрессирования пациента, ранее оперированного в объеме подкреатодональной резекции по поводу нейроэндокринной неоплазии головки поджелудочной железы. Мы выполнили ему АЛПС, правостороннюю гемогепатэктомию. В связи с прогрессированием через 10 месяцев в четвертом сегменте секционэктомия 4 была выполнена. Осложнение, три желчных истечения и одно кровотечение после дистальной панкреатэктомии было. Следующий слайд, пожалуйста. Назад, пожалуйста. Назад один. Результаты, которые нам удалось достичь. Пациент, которому выполнен по поводу прогрессирования, дважды был оперирован. У него продолжилось по прогрессированию. В настоящее время с тотальным метастатическим поражением костей и печени. Он находится на второй линии системного лечения. Одна пациентка умерла по причинам, не связанным с опухолевой прогрессией. Все остальные пациенты, срок наблюдения в большинстве случаев небольшой, без опухолевой прогрессии и без дополнительного адъювантного лечения. Если считать вместо заключения, четыре момента, на которых хотел бы акцентироваться. Это толстоигольная биопсия с иммуногистохимией для пациентов с первично невыявленными метастазами, особенно пациентам, находящихся в хорошем статусе ЭКОК. КТ как стандартная при необходимости обсуждения резекции печени обязательным считаем назначением МРТ. И хирургия является лучшей опцией, но, естественно, здесь есть нюансы, что должна быть консультация опытного HPB-хирурга для оценки возможности критериев резектабельности. Спасибо большое. Спасибо. Вопросы уже есть? Пожалуйста. Как минимум один вопрос. Пациентка, которую вы приводили в качестве кейс-репорта, молодая, с метастазами нейроэндокринной опухоли, которая выполнила правостороннюю гемогепатэктомию. Необходимости в правосторонней гемогепатэктомии не было. Ни по одним критериям. То есть у вас были мелкие метастазы в правой доле, но они были и в левой. Если у вас диагностируются мелкие метастазы и в левой доле, которые вы вырезаете, часть вы все равно не видите. Ни по МРТ, ни по КТ. Зачем, если вы не проводили ни одной линии химиотерапии, пролонгированных сандостатинов, вы шли на калечащую операцию правостороннюю гемогепатэктомию? Во-первых, гемогепатэктомия калечащей не является априори операцией, да? Это так уж если. Во-вторых, значит, химиотерапия пациентки с Ки-67 1,5% не показана. Терапия пролонгированным актриотитом является актуальной в случае наличия симптомного поражения. Плюс пациенты, как я показывал, с выполнением, которому возможно выполнять R0 операции, имеют преимущество, как минимум двукратное. Понятно, Ольга Вячеславовна. Вы задали вопрос, вам отвечают. Пожалуйста. Да. По МРТ, который я продемонстрировал, Ольга Вячеславовна, вы так можете не считать, но мы достигли R0 резекции. Спасибо. Еще вопросы? Вопрос первый. У вас достаточно много там было опухолей, которые вы демонстрировали, происходящих из тонкой кишки. Почему вы не делаете этим больным ангиографию? Потому что практически всегда на ангиографии вы выявляете опухоль тонкой кишки. И, в общем-то, когда речь идет о нео, это не обязательно делать лапаротомию. Относительно, насколько я знаком с данными литературы,
компьютерная томография с внутривенным контрастированием обычно является более информативной процедурой, чем ангиография. Для тонкой кишки компьютерная томография ничего не дает. У всех этих пациентов мы нашли опухоль во время, когда мы шли на операцию по резекции печени. Причем это является стандартной опцией при отсутствии выявления при доклиническом исследовании, даже в НССН. Если мы это эксплорация и исследование, необходимости в назначении ангиографии у нас не возникло. Значит, я могу сказать, у нас есть опыт 70 пациентов, 180 химиоэмболизаций, ну и, соответственно, столько же ангиографий. А, в общем-то, у всех пациентов, которых искали опухоль тонкой кишки, ее ангиографически нашли. Это стандарт, это давно делается. А, во-вторых, это как бы может быть не вопрос. Вы юниор, а мы этим занимаемся с 93-го года. Потому что как бы 8... вопрос. Значит, вопрос, пожелание. В разных пожелания, категориях. Нет, пожелание такое. Просто вопрос в том, что у вас G1, G2. Здесь главный принцип – не навреди. Вроде бы не навредили. Еще вопросы? Еще. Мы, понимаете, да. Я все-таки хочу… Да, мы понимаем, что биология опухоли такова, что пациент… Около 40% могут прожить 5 лет, никак, не получая никакого лечения. Но тем не менее, если они получают лечение, они живут в 2 раза дольше. Еще один вопрос. Большое спасибо за этот прекрасный доклад. Я согласен с вами, что хирургия – самая важная вещь для таких опухолей. Краткий вопрос. Молодая женщина, которую вы показали, вот ей 42 года, если бы у нее была большая площадь опухоли в печени, вы бы использовали двустадийную стратегию и трансплантировали бы печень? Невозможности оставления адекватного объема ремнанта при выполнении одноэтапной резекции. Соответственно, если было нам потребовалась не атипичная резекция, а что-то анатомическая резекция из левой доли, да. Трансплант. Относительно трансплантации, честно говоря, у меня нет информации относительно возможности выполнения трансплантации в России по поводу нейроэндокринных образований. Опция довольно редкая, поскольку сами трансплантации до сих пор не часто выполняются по поводу злокачественных образований. Okay, поэтому то, что мы стремимся, это если это рассмотреть все опции для того, чтобы избежать трансплантации и попытаться безопасно достичь черновой резекции.